Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы находитесь на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем проходить из разряда, из плейлиста полный пи. Как я давно это все не записывал. Эти выносы мозга, полный пи. Я уж даже забыл, что тут как надо произносить. Так, и на подходе у нас игра ВХКЗ Бюргларс. Ну, убить 34 киллс. Короче, вот такая вот, наверное, веселая игрушка. Мы это еще с вами посмотрим, веселая или нет. Но она будет находиться уже в категории полный пи. Ну что ж, начнем. Не будем рассусоливать. Сусоль насусоливать. New game, да. Wake bit present. Вы кто такие? Так. Find all the ways to kill the burglars. Короче, используйте предметы, чтобы наказать воришку. Сейчас я звук отключу. Слишком громко, наверное, меня не слышно. Так, как я понял... В дом влезли воришки, и их нужно как-то наказать. Как наказать? Давайте возьмем под... Я же сказал подушку, эй! На сучо... Ну да, подушка. На! Получай, тварь! На! Все. Был вор и нет вора. Ах, прям облегчение. Облегчение у мужика. Ну что ж, все, все. Так, ну что ж, я был прав. Воришка залез к нам в дом, а нам нужно его как-то наказать. Наказать его можно 19 раз. Вот, сами видите. За моей мышкой тут все двигается. Так, это что такое? Эй, ты куда? Так, извиняюсь, что-то как-то не туда полетело. Так. Давайте шторы. The object requires a second to work. Мне нужно использовать шторы с каким-либо другим предметом. С каким? С каким? А с чем использовать-то? Чё-то как-то это... Чувак, что делать? Приставка? Нет. Нет. Чё делать-то? А больше, по-моему, нажать-то больше не... О! Точно! Так. Здесь, значит, можно теперь еще и комбо проводить. На, сучонок. А теперь шторы получай. 5 минут спустя. На. На, на, на. Жестокий ты человек. Но с ворами так и нужно поступать. Ибо нехер. Хера ты дубинку расхерачил. Это как нужно бить? Ох, ебай. Серьезно, ты жестокий человек. Но... Главное, покой. Видели, с какой он улыбочкой, с какими он эмоциями это все делал. Просто, вот смотрите сейчас на мое лицо. И присел такой, хорошо. Для него, наверное, уже обычное дело, то, что к нему залезают воры. Ему уже, наверное, надоело стирать эти половики, вот это все. У него, наверное, собака привыкла постоянно. Ну что, смотрите, зато и корм не надо собаке покупать. Бат человеченку. И скушала. Угу. Так, дальше.
Wake the bugle. Раз, чего? You activate your first combo kill. Может, комбо какой-то проводить? Кулаком, что ли? Хуй. Да куда ты, блядь? Так, два уже сделано. Давай теперь попробуем на камине. Так. А пульт ты нахера взял? Нихуя у тебя арсенал! Вот это да! Посмотрите! Такой арсенал дома держать! Ух, ну понеслась! Тебе телек не жалко? Я понимаю, вор, ладно, хрен с ним, но телек, ты посмотри, что ты делаешь с телеком. Чё теперь ты дома-то будешь делать? У тебя приставка тоже от телека зависит. Нихера себе, ты его прям в фарш превратил. А, и опять спокойно прилег. А кто убирать-то будет, а? Кто убирать будет? Ладно. Так, давай теперь еще что у нас применить можно? Так, свечу. А тоже нужно с чем-то сделать. Комбо, комбо, комбо. С чем? Книга нет. Нет. А, нет, нет. Может, сигарета? Нет. Бутылка нет. Собака нет. Дубинка нет. Вот эта херня нет. Нет. Книги нет. Чё это? Тоже нет. Кочерга? Нет. Нет. Чё? Так. А, два факела. Два факела. Две свечки. Две свечки, точно. Три item combo. Don't miss all there will be consequences. Да, я все понял. О, еще нужно что-то. Так. Черт. Здесь нужно тройное комбо было проводить. Понял, понял, понял. Зеркало давай. Это будет полегче. Меня вот удивляют эмоции вора. Он стоит спокойно и ждет, пока... казнил. Инквизитор ты гребаный. Шалун. Вот смотрите, вот вор как будто специально стоит и ждет, пока наш главный герой подойдет к нему с зеркалом. Это было по-любому зеркало, а не картина, а то так бы бошку не рубануть об картину. Подошел и подойдет к нему спокойно, на, по голове. Так тот будет еще лежать, кровью истекать и подойдет на ногой. Так. Четыре раза уже сделано. Кочергу бери. Кочергу с чем-то надо. Вот что ты стоишь, ждешь? Вот меня удивляет, это даже в любом фильме бывает, проходит эта ситуация. Знаете, вот когда... О, комбо. Так. А, паучка выпустил. Вор, блядь. Не надо даже собаку заводить. Ты себе заведи много паучков, тараканчиков дома. Те воры вообще являться не будут. Вот смотрите, меня это удивляет ситуация, что когда, ну, враг встречается доброму, ну, главному там герою, доброму человеку, ну, в фильме в любом, там, в аниме, в мультике, то он сначала объяснит, расскажет свою историю, там, чаю посидит, попьет, только тогда начнет уничтожать, только уже будет поздно. Там уже поспеет и подмога, и главный герой наберет силу, чтобы сокрушить врага. Меня вот это всегда удивляло. Так, 5 из 19 уже сделали. Так. Ну, давайте теперь применим... Нет, собаку я буду прям в самом конце использовать. Это я уже приметил себе прямо под самый конец. Давайте тогда возьмем дубинку. Нельзя. Нельзя. А, шторм... Значит, нельзя использовать то, чего ты уже использовал. Точно. Как я понимаю, так. Так. Угу. Приставка нет. Нет, нет, нет. Так, нет, 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 нет. Угу. Или это опять то же самое? Ну, это опять то же самое. Я думал, здесь будет закрываться то, что мы уже проходили. Тогда давайте
Уже использовать то, чего мы не делали. Давайте вот этот шар возьмем. Как нельзя-то? Почему? Давайте книгу. Это книга или что? Ну ладно. Так. На что бы ее применить? Нет. Нет, нет, нет. Нет. Нет, нет, нет. О! Пульт! А что это такое там лежит? Книга. Похоже на книгу. Честно, точно. Телек врубил. Осталось 7 дней. Баба из телевизора к тебе пришла. Понял, понял, все. Попал ты, чувак, попал. Ну нахер. Не, ну вы видели, вы видели. Кондрате хватило. А наш главный герой развлекается. Нормально. Ой, блядь. Ну, веселье через край. Ай, фух. Так, дальше. Давайте теперь окурок применим. Чего с окурком ты делать будешь? А, курить вредно. Курить вредно. Запомните. Вот что делает табачный дым с человеком. Не ожидал, да? На, сучка. Опа. Блин, классный мужик, серьезно, посмотрите. Он опять, как ни в чем не бывало, присел и начал отдыхать, покуривая. Так, берем теперь кота. Почему нельзя? Ну ладно. Светильник. Теперь берем светильник. Сейчас он светильником, наверное, ёбнет ему и все. Ну, конечно, просто светильника было бы все очень просто. Какой ты жестокий человек, ё-моё, серьезно, ты очень жестокий человек. Ты не мог просто взять там нож, там, опять паука вызвать, нужно было светильник разбить, подойти к этому вору и пронзить его насквозь. Да сам бы Дэвид Блейн уже позавидовал тебе, ты понимаешь? Так, а это нужно с чем-то. Опа! Я угадать должен, да? Не угадал. Так. Не угадал. И не угадал снова. Так, дальше. Так. Угадал. Ух ты, деньги, денюжки! А! Прожиток гребаный. На! Давай! Это какая должна быть ль... На! А где люстра? В нем, что ли, теперь? Это какая должна быть люстра, чтобы она тебе воткнулась в бошку? Это должна быть такая острая, заостренная. Как у него все продумано дома. Только тебе что, опять телек не жалко? Так, 9 уже сделано, осталось десяток. Давайте использовать все-таки вот эту. Нужно с чем-то ее совместить. Так, с чем ее тогда? А, да, со вторым. А потом с чем? Не угадал. Не угадал. Так, ага. Ага, нет, не угадал. Так, берем две свечки и... Нет, снова не угадал. Вот это самое то, что мне не нравится. Нужно угадать, именно угадать. Так, а то, что использовалось, как я понимаю, нельзя нажимать, да? Эй, нет, нет, опять нет, нет. Так, давайте теперь попробуем. Точно! Так. Вор спокойно стоит, смотрит, смотрите, вот эту ситуацию. Вор стоит, спокойно смотрит, что делает этот, такой, а чё бы, а чё это он такое хочет сделать? Пять,
Ах, самурай-то ебаный! Самурай-то, посмотрите-ка! На! А вор все это время стоял и ждал. Что же он задумал, а? Вы посмотрите, серьезно! Блин, снова телек тебе не жалко. Кирпичи убери. Так, 10 из 19 сделано. Теперь берем это освежитель воздуха. Его с чем-то нужно использовать. Так, с чем? А, точно, сигареты, освежитель воздуха. Такие две одинаковые вещи. И такие разные. На, закури. Огонька тебе? Да пожалуйста, ща, погодьте. А мы вора угостили сигареткой, почему бы нет? Да на, господи, прикуривай. Все. Прикурил? А, курение убивает. А я предупреждал. И Минздрав тебя предупреждал. И собака моя предупреждала. Тебя все предупреждали, что курение убивает. Посмотрите, что с его башкой стало, а? Никотин, никотин вредная штука. Так, 11 из 19. Так, берем пульт. Пульт нужно с чем-то совместить. Наверное, не, на телек нажимать нельзя. Так. Надо будет потом приставку использовать. Так. Так, а что делать? Бутылка? Нет, телек. О, пульт от телека и бита. Сейчас посмотрим, что. Так, новости. Да, даже воры должны смотреть новости. The Twerk Channel. Опа. Давайте жгите, ребятки. А вору-то нравится? На, сучонок. Ёбни ему еще раз, он тебе телек проломил, ты понимаешь? Вот, получи, получи, нехороший человек, телек мне разбил, на, получай, получай, негодяй. А мог бы вор просто посмотреть в окошко, что тут находится, ну, то, что находится хозяин дома, и не заходить. Так тут еще и собака, да уже увидеть бы собаку, уже нужно было испугаться. Не, мы не легкого, не робкого десятка. Так. Приставку с чем использовать? Мне даже интересно, а с чем приставку можно использовать, а? Штопор нет, бутылка нет, светильник нет, кат... С катаной! Get ready! Fight! Бурглар, Патрик! Эндолки! Давай, фаталити! Сенсей! Но у него еще жизни оставались, я видел. Но у него сердце уже вылетело, как бы. Вот оно. Ну ладно. Прикольный ты, чувак, 13 из 19. Хорошо. Так. Ну и что дальше у нас? Что у нас дальше по списку? Что мы еще не нажимали? Катану нельзя почему-то нажать. Давайте книги. Используем книги. На, сука. Получай, блядь. Еще на. Еще, блядь. На. Опа. Самурай, значит, да? На, блядь. Че ты ржешь? На, кубик Рубик. Понял? Кубик Рубик, чтобы сложить, нужно много усилий. А у тебя вот даже кровь из носа пошла. Конечно, в переносном смысле, но пошла. Так, теперь используем штопор. Сейчас, походу, остались только легкие. Чувак, держи штопор. Ну, извини. Косоглазый чувак. Ну, неправильно он штопор дал. Да вор специально стоял и ждал, пока ему второй глаз выколет. Так. Ну тут собака как бы, придурок. Ну на. Хорошая собака. Посмотрите-ка. Милый песик. На. Чувак, тебе надо было уже давно покрасить свой дом в красный цвет, если ты так разбираешься с ворами. С ворами.
15 из 19. Так, давайте используем вот этот мешочек. Мне интересно, что это за мешок? Его использовать надо с чем-то. О! Мешок. Это мешок с гвоздями. Мешок с гвоздями, пита и... Ясненько. Ясненько, все ясненько. Полный пим. Так, мешочек с гвоздями, бита и светильник. Нет, извини, ты это чувак, не трогай. Так, сейчас все будет, погоди. Шторы? Точно. Шторы. Мешок с гвоздями, битые шторы. Сейчас посмотрим, чем это все закончится. Сейчас подойдет, дать спокойно гвоздь приставит к его башке. На! А что ты там взял-то? 45 минут. 45 прошло минут. Нифига. Ух ты, нихера себе. А ты веселый человек. Зачем тебе телевизор вообще? Ты посмотри. Ты можешь просто развлекаться с людьми. Блин, вот зачем человеку, серьезно, зачем человеку телевизор? Он спокойно просто взял, подвесил вора и расхерачил его в мясо. Молодец. Продолжаем. 16 из 19 готовы. Возьмем теперь бутылку. Ну, бутылка у нас без комбо. Давай, зажги бутылку из-под портвишка. На. Сотрясение мозга это херовая штука. А ты поджечь, что ли, его решил? Чувак, у тебя как бы дом может загореться. Эй, ты давай беги подальше от дома. Не дай бог загорится дом. О, молодец. Сейчас его напарник-то охереет. Да, наверное, его напарник вообще офигел, ну, уже удивлен от того, что, чё, блин, куда запропастился мой там друган, все такое. Так, давайте последнюю и собаку использовать. Так, да, мы все использовали, это использовали, там использовали, тут использовали. Вот это. А, это катан, я думаю, это еще не половик, катан с собакой. Это логично, катан с собакой. Ну, барсик, фас. Жгите! Ух, ёба! Ух, ё-моё! Ух, меня чё даже как-то защемило в штанах. Да, хорошая дружная компания, кот и пёс, котопёс, котопёс! Самые милые дружды! Котопёс! Чёрт, никак не отпускает яйца! Ну что ж, наконец-то мы дошли до собаки. Наконец-то. Давай. А с чем ее использовать? С котом, что ли? Нет. С тем? Нет. 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 А что использовать-то? Нет. 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 Беда. Так. Так. Нет. 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 Шторы. Нет. Нет, подушка, нет, нет. Нет, нет. А что использовать-то? Так. Погодите-ка, я, по-моему, все нажал. Пульт нет, дубинка нет, это нет. Нет, 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 и нет, нет. Почему нет-то? Я все нажал. Погодите, как? Стоп. Как? Подожди, чего? Я чуть я не понял. Погодите-ка. Чего? Это что, прикол такой, что ли? Погодите-ка. Беда. Почему-то ничего нельзя использовать. Чё-то как-то...
Я что-то в замешательстве. Блин, чего? Ой, беда! Ой, беда, беда, беда! Как, куда? Все. Ну ладно, видео уже вышло довольно-таки длинное. На этом, я думаю, все. Не нашел я одну, да и хрен с ним. 18 из 19. 19 я не нашел. Кому интересно, можете поиграть в меню. Я ссылочку оставлю в описании под видео. Кто найдет 19, пишите в комментариях, что нужно делать с этой собакой. А я, если честно, не знаю. Ну что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала. Это была рубрика «Давай полный пи». Да, полный пи. Ну что ж, меня зовут Андрей. Вы находились на канале Казаков Геймер Систем. Мы проходили полный пи, то есть вынос мозга. Она называется... блин, как она называется? Подождите-ка, как-то Век зе Бюргларс. Слава богу, здесь есть оно в описании по игре. Так, Век зе Бюргларс. Ну вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. И всем удачи, всем пока, до скорых встреч.